если вы христианин, если вы наполнены Святым Духом, давайте помолимся о том, кто рядом. Вот. Спросите, можно ли помолиться о человеке. Давайте попросим, чтобы Божье благословение накрыло сегодня этого человека, чтобы Божье благословение, как одежда славная, оно было на этом человеке, чтобы Божья милость, как поток воды живой, сошел на этого человека, чтобы Божья сила, она принесла нужную свободу, исцеление, подъем в жизни человека. Благословляю, благословляю, благословляю. Господь, и мы просим Тебя, пусть всякий рак уйдет, мы просим, пусть всякие болезни уйдут. Даже если это одному человеку нужно, пусть это уйдет во имя Иисуса. Мы провозглашаем, пусть разные дела дьявола будут сломлены. Мы провозглашаем, это арена победы. Мы объявляем прорыв. Мы объявляем продвижение. Мы объявляем объявление, обновление в силе. Мы объявляем победу над грехом, над зависимостью. Мы объявляем Твое царство в силе здесь. Мы объявляем Твое царство в силе здесь. Пусть оно приходит и расширяется. Пусть оно расширяется, расширяется, расширяется внутри нас и через нас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Царство Божие да придет. Царство Божие да расширится. Во имя Иисуса. Я пленяю всякую болезнь, всякую боль, всякую немощь. Я пленяю всякого духа, который стоит за болезнями и разрушениями во имя Иисуса. Я запрещаю всякому злу. Я провозглашаю, это территория победы. Это территория, где кровь Иисуса омывает от всякого греха. Я провозглашаю, это территория, где восстанавливаются жизни. Я провозглашаю, это территория, где слава Божья сходит, где сила Божья действует, где Дух Святой движется, где ангелы Божьи ликуют, и где святые воздают славу тому, кто есть, кто был, кто грядет, Господу Иисусу Христу и Богу Отцу. И давайте дадим Господу славу. Его ангелы здесь, Его глаза устремлены на это место, Его рука есть над каждым из нас, Его благоволение из-за Иисуса есть над нашей жизнью. И, друзья, мы счастливый народ не из-за того, что мы имеем. Настоящее процветание, настоящее преуспевание заключается не в материальных ценностях, а в том, кого мы имеем. И это тот клад, ради которого стоит продать все. Это та жемчужина, ради которой стоит отказаться от всего. Спасибо нашему Господу Богу и Его Сыну Иисусу Христу. Давайте дадим Господу славу. Большое Тебе спасибо. Большое Тебе спасибо, Господь. И мы присоединяемся к Твоим ангелам, чтобы славить Тебя, чтобы воздавать Тебе хвалу. И мы открыты для чудес. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Скажите кому-то, кто рядом, приготовься слышать слово и принимать от Духа. Это очень важно, потому что, знаете, мы иногда попадаем в одну крайность. Мы или не способны слышать Его слово и слишком сфокусированы на делах Духа. Или наоборот, мы слишком увлекаемся только Словом и перестаем давать движение Его Духу. Слава Господу, мы вас благословляем. Спасибо. Пусть Бог вас освежит, пусть Бог вас наполнит во имя Иисуса. Давайте свои руки направим в сцене и попросим, пусть волны Божьей славы накроют их, пусть волны Божьей славы исцелят их.
дадут им силу, дадут им благословение, потому что Давид знал секрет. И мы знаем, почему он был любимчиком у Бога, почему он был человеком по сердцу Бога. Он славил Бога по-настоящему. Слава тебе, наш Господь! Возвысим твое святое имя на этом месте!
благой, ты достоин славы, ты благой, ты достоин славы, ты благой, ты достоин славы. Славим Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Мы славим Тебя, потому что Ты благой, и вовек милость Твоя. Слава, 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 слава Тебе, наш Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за Твою милость.
видеть мне. Держишь меня, ты держишь меня. В твоей крепкой руке, в твоей крепкой руке. Мой отец, ты со мной. Мой отец, ты со мной. На этом пути, на этом пути. Не оставишь меня, не оставишь меня. Ты поможешь найти, ты поможешь найти. Надежда моя, ты защита моя. Смотрю на тебя, смотрю на тебя. Ты надежда моя, ты защита моя. Смотрю на тебя, Господь. Смотрю на тебя, ты надежда моя, ты защита моя. Смотрю на тебя. Смотрю на тебя, ты надежда моя, ты защита моя. Оставишь меня, ты
поможешь зайти. Превозносим.
что никогда мой Бог не предаст. Я верю, что никогда мой Бог не предаст меня. Его любви навеки я не поколеблюсь, я не поколеблюсь. Я верю, я верю. Yeah.
Его любви. Я не поколеблюсь. Ты верный, ты верен. Shakara la sidis to follow the sheep. Rabadia, Karala, Shakara la sidis to follow the sheep.
Отец, спасибо Тебе за то, что Ты, зная наши нужды, зная наши проблемы, зная наши трудности, имеешь ответ. У Тебя есть решение, и у Тебя есть план, как принести это в нашу жизнь. Спасибо Тебе за то, что Ты постоянно заботишься о нашей жизни и решаешь каждую проблему, которая возникает в нашей жизни. Я хочу ободрить вас. То, что мы делаем, мы среди недели совершаем молитвы, мы платим какую-то цену, мы смиряемся, мы что-то делаем для того, чтобы Бог мог на наших собраниях что-то делать, для того, чтобы, когда мы вместе приходим, Его силе был дан максимально широкий путь и возможность действовать, чтобы было минимум препятствий для действия Его силы. Знаете, то, что мы выучили, ответы и чудеса, они очень часто происходят спонтанно. И очень важно нам поймать это движение Его силы. Очень важно раствориться в собрании, очень важно, знаете, соединиться с Ним своим сердцем. И мы недалеко от Него, но очень важно это соединение, когда Его сила, она, знаете, буквально поражает нас, она буквально сражает нас, и что-то происходит. Бог знает людей, у кого какая болезнь, Он знает людей, у кого какие финансовые трудности, Он знает все. И очень часто на одном из служений просто происходит чудо. Я хочу вас ободрить, чтобы вы просто в свое сердце максимально убирали любую преграду. Вот бывает, сердце просто чувствует, что что-то неправильно сделано, что-то огорчает Бога. Вот главное, чтобы вот это было убрано, потому что это действительно мешает принимать. Вот, и нужно быть открытыми, потому что сила Божья, она просто может вот прямо сейчас тебя коснуться. Ты можешь пойти домой, возвратиться, и что-то произойдет с твоей работой, с твоим бизнесом, что-то произойдет с твоими органами. Я был многократно свидетелем того, как люди, которые, как всегда, поклонялись Богу, как всегда пели, как всегда слушали Слово, но что-то необычное происходило с ними в этот момент. Я хочу вас просто настроить и ободрить в то же самое время, чтобы мы оставались в таком состоянии, как притягиваем, что мы притягиваем эту силу, которая вокруг нас, что мы, знаете, как губка, пытаемся впитать ее. Потому что эта сила здесь. Если она исцеляет кого-то справа, то значит она рядом. Или она исцеляет кого-то в первом ряду или в последнем, то она рядом. И вот очень важно, чтобы каждый человек смог эту силу притянуть. Может, я говорю такими простыми словами, но и вы скажете, может, это не совсем доктринально притянуть. Ну, вы понимаете, я говорю как о той женщине, которая смогла вот эту силу вытащить из Иисуса, которая страдала 12 лет кровотечением. Она с него вытащила эту силу буквально, в отличие от других людей. И это существует. Я столько провел служений, и я всегда удивлялся тем людям, которые смогли эту силу направить к себе. Вот эта сила, она течет. Святой Дух, Он действует здесь сейчас. Он прямо между нами.
Он касается наших волос, наших голов, наших тел. Но есть люди, которые они способны, знаете, как эта женщина, эту силу направить к себе. И как? Ну нет секрета. Это нужно, ее буквально нужно раствориться в Боге. Нужно буквально настроиться на Него. Нужно сказать, мне все равно. Мне все равно, что вокруг. Мне все равно, что будет через 2 часа. Мне все равно, что будет завтра. Я хочу встретиться с силой Божьей. Я хочу пережить эту силу на себе. Я очень хочу. И ты буквально притягиваешь эту силу своей жаждой. Бог кормит голодных. Бог поит жаждущих. Поэтому закройте ваши глаза просто. Поставьте перед Господом свои руки и желайте этой силы. Потому что ответы есть. Ответы нам приносит Святой Дух. Ответы, они текут через эту силу, которую Бог направляет к нам. И, собственно, напрягаться не нужно. Это не то, чтобы ты должен что-то такое делать неестественное. Ну, это вера, это жажда, это страсть, это поклонение. В твоем случае это что-то индивидуальное, но это что-то, что притягивает Бога, притягивает Его силу к тебе, что-то, что заставляет Бога остановиться возле тебя. Я говорю прообразно, как и Иисус, знаете, Он остановился, когда эта женщина прикоснулась к краю Его одежды. И, знаете, это заставляет буквально эту силу остановиться возле нас и течь прямо на нас большим потоком. И это не только для исцеления. Я вам скажу, что эта сила восстанавливает семьи. Мужья влюбляются в жен, жены в мужей, мужья в жен влюбляются. Это произошло в нашей жизни. Она восстанавливает детей, они возвращаются к Богу. Эта сила работает в сфере бизнеса, она работает везде, потому что за этой силой стоят ангелы Божьи, которые идут и исполняют. Они служебные духи, посылаются для того, чтобы исполнить предназначенное Богом для вашей жизни. Вот, ну, нам нужно столкновение с этой силой. Просите, чтобы Бог вас наполнил. Мы не говорим только об исцелении. Святой Дух в полноте восполняет все нужды нашей жизни. Это Иисус, неограниченный телом, который пришел в нашу жизнь. И как Иисус мог восполнить любую нужду и накормить людей, и воскресить их из мертвых, и очистить от проказы, и восстановить их жизнь, судьбу, исцелить их. Так Святой Дух, это Иисус, неограниченный телом, способен прийти в нашу жизнь больше, чем просто говорение языками, больше, чем явление какого-то дара и больше, чем откровение. Мы еще не видали действия того Духа Святого, о котором написано в Библии. Мы лишь видели частично Его действия и движения. Господь, мы в ожидании. У нас есть что говорить, нам есть о чем молиться, и это от Тебя мы это будем делать. Мы в ожидании. Нам нужно преобразиться, нам нужно принять. Нам нужно взять это. Нам нужно, Господь Всемогущий. Нам нужно это. У Тебя есть ответы. У Тебя есть ответы от одиночества, у Тебя есть ответы от безысходности, у Тебя есть ответы от боли, у Тебя есть ответы от нищеты, от всего, что мы можем назвать, у Тебя есть ответы. И мы знаем, мы пришли в правильное место и обращаемся к правильному источнику. Спасибо за реку жизни, которая здесь, и спасибо за исцеление, что Ты по Своей милости исцеляешь, Ты по Своей милости восстанавливаешь. Мы свидетели этому, и мы говорим, что мы увидим еще, увидим больше, и мы принимаем.
мы принимаем. Мы принимаем. Мы принимаем. Мы принимаем во имя Иисуса, во имя Иисуса. Просто попросите, чтобы Святой Дух коснулся вас снова и снова. Это нормально, это правильно. Он этого желает, чтобы наша жизнь была переполнена, чтобы мы были переполнены им, а не всем остальным, а не чем-то мирским. Просто просите его. Это очень правильная, правильная молитва. Это очень правильно, когда мы хотим быть переполнены им, когда мы не упиваемся вином этого мира, вином алкогольным, когда мы буквально переполнены Святым Духом. Святой Дух, коснись нас. Святой Дух, мы ценим Тебя. Мы очень хотим дать Тебе больше места в нашей жизни. Пусть это произойдет. И коснись, наполни. Наполни, коснись. Наполни, коснись. Наполни, коснись, Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Если вам тяжело, можете встать на свои ноги. Встаньте на свои ноги, если вам не тяжело. Если вам удобно сидеть, можете сидеть. Я чувствую, сейчас нужно помолиться об исцелении. Давайте скажем вместе во имя Иисуса Христа. Пусть любая немощь и любая болезнь будет разрушена в моем теле. Во имя Иисуса Христа. Пусть любая немощь и болезнь будет разрушена в моем теле. Я сказал во имя Иисуса Христа, пусть будет разрушена любая немощь и болезнь в моем теле. Во имя Иисуса Христа, давайте скажем, я разрушаю действие дьявола в моем теле. Я разрушаю действие болезни в моем теле. Я говорю во имя Иисуса, новое творение, новые органы, новая кровь во имя Иисуса. Я принимаю новое. Я верю и я увижу. Я принимаю новые органы вместо поврежденных. Я принимаю новую кожу, новую кровь. Я принимаю гармонию всех органов, гармоничную работу всех систем во имя Иисуса. Пусть будет разрушена всякая работа дьявола, всякая болезнь, всякая немощь. Я прямо сейчас лишаю тебя всякой силы. Я прямо сейчас приказываю тебе исчезнуть, приказываю тебе прекратиться, приказываю выйти. Разрушаю тебя во имя Иисуса. Ты всякая боль, болезнь во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я новое творение. Я принимаю новое, я принимаю совершенное, я принимаю тело без порока и недостатка во имя Иисуса Христа. И положите свою руку, где вам нужно чудо, или если вам просто нужно освежение или крепость во всем теле, можете просто на себя положить руку. Вот. Но если у вас есть конкретный орган, лучше положите туда свою руку. И Бог совершил уже тысячи чудес, совершает их каждый день, и пусть Он совершит здесь новые чудеса. Господь, пусть Твоя сила, она направится. Пусть Твоя сила, она сойдет на каждую поврежденную клетку, на каждый поврежденный орган. Во имя Иисуса Христа. И я провозглашаю сейчас,
преображение. Преображение ваших органов, преображение ваших систем. Я прямо сейчас провозглашаю, это заканчивается. Течение этой болезни заканчивается сейчас. Сейчас гормоны приходят в норму. Сейчас кровь очищается. Сейчас уходят кисты. Сейчас суставы очищаются. Я сказал, сейчас во имя Иисуса эти образования засыхают и уходят. Сейчас кожа очищается. Сейчас, сейчас во имя Иисуса. Сейчас это кровотечение останавливается. Сейчас эта спина выпрямляется. Сейчас эта боль уходит из ноги. Сейчас во имя Иисуса. 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 Пусть придет свет там, где есть какая-то тьма. Пусть придет свет, где есть какая-то опухоль. Пусть придет свет Господа. И пусть всякая тьма рассеется. Да будет свет во имя Иисуса Христа. И у нас есть сильный инструмент, это руки. И если вы верующие, если вы христианин, у вас есть Дух Святой, вот, давайте помолимся о ком-то, кто рядом. Попросите, можно ли вас помолиться? И у нас есть сила. Бог не избирает самых супердуховных, Он просто избирает ваши руки. Он просто берет чьи-то руки и исцеляет через них. И дотроньтесь до кого-то, и давайте просто скажем, любая болезнь пусть уйдет, любая немощь пусть уйдет, любая слабость пусть уйдет, пусть сила придет в твое тело, пусть абсолютное здоровье придет в твое тело, пусть придет гармония в твое тело, пусть все органы в твоем теле начнут работать правильно, пусть все системы в твоем теле будут работать совершенно. Я возлагаю на тебя руки и говорю по слову Господа. Он сказал, возложите руки на больных, и они будут здоровы. Поэтому я объявляю тебя здоровым от любой немощи и болезни. От великой или от маленькой. Я объявляю тебя исцеленным по слову Господа. Мы верим Его слову, и мы принимаем по Его слову во имя Иисуса Христа. И Господь подтверждает Свое слово чудесами и знамениями. Поэтому прими, скажи, прими сейчас чудо от Господа. Прими сейчас чудо от Господа в могущественное имя Иисуса Христа. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Здесь есть атмосфера, в которой легко происходить чудесам, поэтому просто вдыхайте их. Вдыхайте их. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо. И ты снова прославишься. И мы снова посмеемся над этими немощами и болезнями. И мы снова засвидетельствуем, что это побеждено. И это побеждено. И это побеждено. Во имя Иисуса Христа. Есть еще одно слово. Послушайте внимательно. Я хочу, чтобы мы еще кое-что за что помолились сейчас. У меня есть сильное побуждение сделать это и сегодня обратиться ко всем нам, чтобы мы помолились именно об этом. Я хочу прочитать слово из Библии, из Римлянам 12 главы, 2 стих. Смотрите, что здесь пишет Павел. «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную». Скажи кому-нибудь, не приспосабливайся к образу жизни этого мира.
Найди еще кого-нибудь и скажи: не приспосабливайся. Знаете, есть большой смысл в том, что писал Павел. Я верю, что это не просто слова. Я верю, что в этих словах есть очень большой смысл. Знаете, если посмотреть сегодня на церковь, которая есть сегодня и которая была в самом начале, мы увидим огромную разницу. Разницу размером в километры. Знаете почему? Потому что первая церковь жила так, будто бы Иисус должен был прийти сегодня. Но последняя церковь живет так, будто бы Иисус вообще не должен был приходить. То, что пишет Павел здесь, он пишет о том, чтобы мы не приспосабливались к образу жизни этого мира. Я наблюдаю за тем, что сегодня некоторые верующие, они настолько сильно приспособились к этому миру, настолько сильно приспособились к образу этого мира. Я имею в виду, что кто-то молится: «Господь, пошли меня, чтобы я мог что-то делать. Я хочу, чтобы ты двигался через меня. Я хочу, чтобы чудеса происходили. Я так сильно этого хочу, но ничего не происходит». Потому что мы так сильно приспособились к образу жизни этого мира. Я имею в виду, что мы начали думать так, как думает этот мир. Мы начали планировать так, как планирует этот мир. Мы начали жить так, как живет этот мир. Хотите знать, как мы должны жить? Как Бог хочет, чтобы мы жили? Нам нужно почитать книгу «Деяния апостолов». Вы слышите? Нам нужно почитать книгу «Деяния апостолов». Вот там жизнь, о которой Бог хочет, чтобы мы жили. Потому что наша жизнь, она должна быть только в взаимодействии со Святым Духом. Я имею в виду, что сегодня мы планируем, мы думаем, что если мы сегодня не отучимся и у нас не будет корочки, то наша жизнь не удалась. Или если у нас не будет сегодня работы, то сегодня мы будем нищие и бедные. Но послушайте, это то, как думает мир. Божье Слово говорит, что если я буду верить, если я буду идти за Ним, то Он обо мне позаботится. Вы слышите, Он позаботится о тебе, если ты будешь любить Его, если ты будешь верить Ему. Я хочу сказать, что многие приспособились к образу жизни этого мира и потеряли то, что имела первая церковь, потеряли чудеса. Кто-то молится: «Боже, высвободи меня, я хочу видеть больше». Но мы настолько приспособились к этому миру, что мы боимся выйти из наших лодок. Скажи кому-нибудь: не приспосабливайся к образу жизни этого мира. Знаете, я имею в виду, что хочет от нас Бог. Когда Иисус смотрит на этот мир и смотрит на каждого из нас, Он уже не видит людей, которые грешили и шли в ад. Он видит святых, избранных для Его дел людей. И Он готов позаботиться о нас. И Он готов благословить нас. И Он готов высвободить свою силу через нас. Давайте Богу похлопаем. Я серьезно. Наша жизнь, если мы хотим видеть, как должна жить сегодня церковь, мы должны читать книгу «Деяния апостолов». Потому что в этой книге мы можем увидеть настоящее христианство. И я хочу ободрить каждого из нас. Подумайте сегодня о том, какая у меня жизнь. Не у меня, а у каждого из нас. Я хочу помолиться, чтобы наше сердце, оно не приспосабливалось. Понимаете, я имею в виду, что мир настолько сильно навязал свою позицию, настолько сильно вошел в наши жизни, что мы думаем так, как он думает. И мы смотрим на ситуацию, как смотрит этот мир. Мы боимся, потому что мир боится. Мы боимся, потому что он боится. Мы отражаем этот страх. Но Библия говорит, что мы свет и соль. Я имею в виду, что мы настолько сильно можем изменить этот мир прямо сейчас, если мы выйдем из наших лодок и перестанем смотреть на себя так, как смотрит мир. Мы перестанем смотреть стереотипами. Мы начнем смотреть Словом Божьим. Мы начнем жить по Слову Божьему. Аминь. Аминь. Посмотрите на себя.
Посмотри на своего соседа. Увидь в нем Божьего человека. Увидь в нем человека, который может изменить этот город, которого Бог поднял и сказал, это город, который стоит на вершине горы. Кто может скрыть его? Кто может это сделать? Нет такого человека. Это потому, что мы должны жить по Слову Божьему. Скажи кому-нибудь, не приспосабливайся. Не приспосабливайся. Не приспосабливайся к образу жизни этого мира. Но неси Божий Дух в этот народ. Давайте встанем на наши ноги и помолимся. Я хочу, чтобы мы помолились молитвой. Найди своего соседа. Посмотри на него и скажи, не приспосабливайся. Я хочу помолиться за тебя сейчас. Я буду молиться, чтобы Божий Дух, он двигался через тебя еще больше. Послушайте, не Бог ограничивает Дух Святой в нас. Вы слышите? Не Бог говорит, я тебе вот столько дам Дух Святой, а тебе там больше. Библия говорит, что Бог дает своего Духа не мерой. Вся полнота Его сошла на нас, когда мы были крещены. Что тогда удерживает Дух Святой? Это наш страх и стереотипы этого мира, которые как цепи держат наши руки и ноги и не дают нам пойти. Мы хотим будто бы исцелять, но не можем, потому что когда мы видим людей в коляске, мы боимся. Когда мы видим долги или когда у нас есть финансовые трудности, мы боимся. И мы не можем вырваться из этих цепей. Но Бог сказал, что ты можешь, потому что Он может. Ты можешь, потому что Он может. Давайте будем молиться. Возвысьте свой голос. Возвысьте серьезно. Скажите, Бог, я хочу быть твоим светом в этом мире. Я хочу быть солью. Во имя Иисуса, давайте будем молиться прямо сейчас за своего соседа. Скажи во имя Иисуса, я прошу тебя, Господь, чтобы ты разрушил все цепи, которые сковывают моего брата или сестру, всякий страх, всякую неуверенность, всякий стереотип этого мира. Пусть Слово Божье наполнит моего брата и сестру. Пусть Слово Божье наполнит во имя Иисуса. Господи, мы так сильно хотим, чтобы наше мышление, оно смотрело на Тебя, чтобы наше сердце смотрело на Тебя, чтобы мы не были приспособлены, но чтобы мы жили так, как жил Ты, чтобы мы любили так, как любил Ты, чтобы мы действовали, как действовал Ты, потому что у нас есть все для этого, у нас есть Твой Дух, который сегодня изливается в наши сердца, у нас есть сегодня сила, которую Ты дал, у нас есть сегодня все, чтобы идти и быть победителями, и творить историю Божию. И не важно, сколько нам лет, у нас есть Твой Дух, у нас есть Твоя сила. Значит, мы можем все, мы можем все, мы можем все. Боже, используй меня, действуй через меня. Я являю свою силу через меня. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Я скажу кое-что последнее. Посмотрите на свои руки. Вы знаете, Бог видит эти руки, как руки, творящие историю. Мир хочет сказать, что эти руки должны работать, чтобы не умереть. Я не против работ сейчас. Я не против этого. Но я говорю за что-то другое, что мы так приспособились к тому, что наша жизнь ограничивается стереотипами этого мира, что забыли, зачем Бог послал нам свой Дух. Вы знаете, что это так просто сегодня возложить на кого-то руку и сказать, Дух Святой, двинься, и Он двинется через тебя. Он двинется через тебя. Потому что ты был избран им, и он крестил тебя в его дух. Не просто так. Ты был избран. Ты слышишь? Ты был избран для чего-то большого. Не просто так у тебя Дух Святой. Не просто так это. Потому что у тебя есть призвание. У тебя есть предназначение. Даже если ты самый нищий. Даже если ты самый бедный. Даже если ты не закончил высшее образование. У тебя есть призвание от него.
чтобы идти и разрушать дела дьявола, потому что он выбрал тебя. Кто-то молится о дарах Святого Духа. Я хочу сказать, это уже есть. Давайте Богу дадим большую славу. Спасибо, Иисус. Господь, спасибо за исцеление, спасибо за освобождение, спасибо за подъем, спасибо за укрепление в силе, спасибо, спасибо, спасибо. Мы не народ, который ропщет и не верит, мы народ, который верит, который видит Твои действия, который принимает их, который благодарит Тебя за Твои деяния, благодарим Тебя за то, что Твой Святой Дух совершает деяния в наши дни. И мы этому свидетели. Аминь. Аминь. Сейчас мы еще будем поклоняться Господу. Мы попросим, чтобы Его сила накрывала нас. Чтобы Его Дух Святой больше наполнял нас. Потому что тема сегодняшней конференции – дары Святого Духа. Знаете, это будет половина. Это только будет половина правды, если мы вам скажем, что есть сколько-то даров, и вам нужно просто ревновать и практиковать их. Это будет половина правды. Потому что ты не можешь заставить Святой Дух быть твоим рабом, работать на то, чтобы обеспечивать и восполнять твои желания двигаться в дарах. Ты не сможешь его заставить это сделать. Поэтому мы должны говорить правду. И нам нужен Святой Дух больше, чем учение о Святом Духе. Нам нужен Святой Дух больше, чем учение о дарах. И многие не до конца не понимают нашу позицию о дарах, позицию центра благословения Отца. Ко мне часто подходят люди и говорят: «Пастор, когда у нас будет пророческая группа, или когда у нас будет группа сновидцев, когда у нас будет еще группа сосудов?» И знаете, я всегда очень корректно, дипломатично отвечаю, что мы идем по тому пути, по которому идет Иисус. У Иисуса не было специальной группы. Иисус действовал во всех дарах. И когда мне говорят, что «но в той церкви это есть, и в той церкви», мне хочется всегда сказать, что мы хотим равняться на лучший пример, как действовали дары. Это так, как дары действовали через служение Иисуса и Его апостолов. Там не было фокуса на каком-то одном даре. Там не было фокуса на двух дарах, на трех дарах. Там не было фокуса вообще на дарах. Там было действие даров. Там было действие во всех дарах. И поэтому многие люди попали сегодня в проблемы, потому что они стали поклоняться дару больше, чем Богу. Многие люди попали в проблемы, потому что они поставили дар выше, чем Бога. И вот наша позиция. Мы говорим, что мы все должны действовать в каждом даре, и это должно быть нормой. И мы не должны делать супердуховных людей. Это человек вот этого дара, это вот этого дара. Нет, ты человек всех даров. Ты человек всех возможностей. Вот наша позиция. И потому мы не нуждаемся в специальных группах. Мы нуждаемся, чтобы действовали все дары и в каждом. Нам просто нужно, знаете что? Постоянно практиковать. Постоянно давать возможность дарам действовать. Вот наша позиция. Потом мы вас просим возлагать руки. Потом мы просим молиться. Потом мы просим вас что-то делать. Это для того, чтобы вы давали возможность дарам действовать, действовать, действовать. И они будут действовать. И давайте еще споем что-то нашему Господу. Давайте еще ему поклонимся. И пусть, когда мы будем петь... Помните, я говорил, что это наше искусство, принимать от Бога или не принимать. Потому что Его ангелы здесь, Его силы здесь, и это от нас зависит, как от женщины, которая болела кровотечением 12 лет, это от нее зависело, останется ли она там, где она была, или подойти к Иисусу и взять это. Возьмите эту силу. Давайте попросим еще Дух Святой. Дух Святой, наполняй нас больше, чтобы использовать нас больше, чтобы мы исполнили все то предназначение, которое есть для нашей жизни. И мы будем говорить о дарах,
И мы будем учиться сегодня и всегда. Но знаете, это только половина дела. Это половина правды. Это половина истории. Вторая половина истории. Это без Святого Духа. Дары Святого Духа не действуют. Это Он проявляет их. Поэтому нам нужно больше смотреть на Дух Святой. На Него, и тогда вопрос о дарах отпадет. Они просто будут действовать. Это просто будет фактом. Они будут говорить о нас. Они были с Иисусом. Мы знаем их. И они были с Духом Святым. Они были в силе Божьей. Вот и все. Наполняй Дух Святой. Наполняй. Давайте еще кому-то скажем, прими Дух Святой больше. Давайте еще кому-то прими Дух Святой больше. Прими, прими, прими больше. И Дух Святой, больше, больше, мы просим Тебя больше, Ты больше, чем дары, Ты больше, чем исцеление, Дух Святой, Ты больше, чем деньги, потому Тебя мы хотим больше, Тебя, и наполни нас больше, и излейся больше, и заполни больше во имя Иисуса. Слава Тебе.
Спасибо, Дух Святой, спасибо, что Ты с нами. Спасибо, спасибо. Спасибо, Дух Святой. И давайте еще дадим славу всемогущему Богу и Господу нашему Иисусу Христу. Аминь! Скажите кому-то, кто рядом, нам очень нужен Дух Святой. Нам очень нужен Дух Святой. Спасибо, ребята. Вы молодцы. Давайте похлопаем поклонникам. Знаете, есть просто библейское исповедание, что мы имеем Святой Дух. А есть люди, на ком явно видно Святой Дух действует. Он на них реально, знаете, как на Иисуса написано в Библии, опустился Святой Дух. И есть люди, которые реально, мы знаем, они ходят в Святом Духе, потому что что-то необычное происходит через их служение. Они не просто нас утешают, они не просто нам говорят какие-то добрые слова, они не просто могут молиться о нас или могут закрыть свои глаза и сказать, я что-то вижу и слышу, но они, эти люди, то есть присутствие на них Святого Духа, на их жизни, оно подтверждается тем, что эти люди, они что-то сверхъестественное производят в жизнях других людей, что-то сверхъестественное происходит при прикосновении с жизнью этих людей. И, знаете, всегда обращайте внимание на таких людей, на то, как они живут, что они делают, вот, как они говорят, потому что если кто-то способен сотрудничать с Святым Духом так, чтобы не просто утешить человека, не просто сказать ему что-то или высвободить какой-то дар, но способны через свое общение с Святым Духом изменить жизни кого-то, призвать к существованию жизнь там, где была посеяна смерть, высвободить к существованию что-то, чего не было, заставить что-то уйти. То есть это очень важно. И нам важно каждому быть человеком, кто Святым Духом может сотрудничать, кто может не просто оперировать дарами, а кто может сотрудничать с Святым Духом. Сегодня много людей, которые могут оперировать дарами, например, говорить языками. Но сегодня мало людей, кто может корректно и эффективно действовать в Святом Духе. И Господь, научи нас этому, и измени нас, выверни нас наизнанку, вычисти нас и сделай нас способными. И я хочу дать короткое учение, которое поможет многим людям правильно воспринимать то, что мы получаем от Господа. Я хочу сразу сказать, что наша цель не просто сказать, что дары существуют. Все об этом и так знают. Наша цель не просто сказать, ревнуй о дарах. Все это и так знают. Наша цель не просто сделать анкеты, и чтобы вы написали, там ответили, вписали туда ответы на разные вопросы и сказали, о, у меня есть этот дар. Это все очень просто и очень естественно. На это все не нужно какого-то сверхъестественного вмешательства Бога. Наша цель – сделать очевидным движение Святого Духа через жизнь каждого из вас. Наша цель – убрать препятствия для действия Святого Духа через нас.
И есть большая разница в риторике разных служителей. Одни служителя, они учат, что мы должны сделать, чтобы Святой Дух больше действовал. Другие учат, какие мы должны убрать препятствия для того, чтобы Святой Дух действовал через нас. И мы себя относим к категории служителей, которые учат не что мы должны еще сделать, а что мы должны убрать, что мы должны правильно начать делать или как мы должны по-другому мыслить, чтобы Святой Дух не имел препятствий действовать через нас. Потому что то, что мы получили за эти годы, это не то, что нам что-то нужно, а то, что нам нужно убрать препятствия для того, чтобы то, что нужно, действовало. Потому что все, что нам обещано, оно пришло Святым Духом в нашу жизнь. И получается, если нет действия чего-то, то не потому, что есть его отсутствие, а потому, что есть препятствие на пути. Или есть препятствие для действия Духа или дара. И вот это одно из учений, которое я хочу дать вам, которое поможет немножко сбалансировать свое понимание к тому, что к нам приходит свыше, извне. Вот, что не родилось просто нашей фантазии, но духовные переживания, откровения, видения. Потому что я вам скажу так, что мы очень верим в дары Святого Духа и используем их на полную катушку. Но мы не настолько глупы, чтобы об этом постоянно говорить и пиариться. Потому что вот это является признаком незрелости. И этого не было в служении Иисуса. Не было такого, чтобы он, знаете, шел и потом стоп. Сейчас Дух Святой мне говорит, есть человек. Такого не было, он просто естественно в этом двигался. И потому это глупо. Поверьте, лучше двигаться в дарах, чтобы просто было видно их действие, нежели говорить об их действии, а действий не происходило. И это учение называется «Невидимая подготовка к публичному служению». Запишите, кто конспектирует, «Невидимая подготовка к публичному служению». Большинство того, что мы принимаем от Господа в видении, толковании, откровении, пророчеств, сновидений, я еще раз сакцентирую на слове «большинство». Большинство того, что нам подается свыше, подается Духом Святым, предназначено для нашего личного использования, а не для публичного применение. Если мы не поймем это с самого начала, у нас всегда будут препятствия в действии с дарами Святого Духа. И я вам объясню, какие. Я еще раз это озвучу, потому что это корень, это столб, вокруг которого раскручивается вся спираль. Бог никогда не был заинтересован общаться с людьми через посредников. Он вынужден был общаться через посредника, потому что люди или не хотели его слушать, или не умели его слушать. И в Новом Завете мы знаем, Бог вселился в нас Духом Святым. Мы являемся Его храмом. И, знаете, происходит что-то странное. В то время, когда Бог вошел в жизнь каждого человека, мы до сих пор раскручиваем эту тему, что этому человеку, в котором живет Бог, нужен еще кто-то, кто будет интерпретировать Бога, который в нем, для него. Прости, что я тебя там немного зарядку тебе делаю. Я знаю, вы это не услышали. Мы не должны эту тему слишком много раскручивать. Она есть, это нормальная тема. Мы учим, как действовать в дарах. Это все хорошо, все правильно. Но кто из вас уже верующий давно, может быть, кто недавно верующий, вы еще не понимаете, о чем речь, но кто верующий давно, мы уже прошли тот этап, когда мы просто были довольны хоть действием каких-то даров. Мы сейчас хотим о
том, чтобы дары совершали действия, а не просто действовали без действия. Вы скажете, такое может быть? Может быть. Проходят целые конференции, где высвобождаются разные дары, но не происходит действия в жизнях людей. Когда собираются конференции исцеления, но очень мало исцелений, конференции пророчеств. Многие глобальные пророчества звучат, но большинство проблем и нужд людей остаются неотвеченными, потому что нет действительно действия даров вот на жизни людей. Поэтому мы хотим что-то больше, чтобы Святой Дух использовал не просто нас для нас, но нас для многих. Я говорю о публичном служении. Личное служение, когда ты способен служить только одному человеку, самому себе или своему ближнему. И есть публичное служение, когда Бог доверяет тебе служить десяткам, сотням, тысячам или десяткам тысяч, или может даже миллионам. И вот о чем это послание. Важность личного для входа или приготовления в публичное. Так вот, я возвращусь к этой теме. Смотрите, большинство людей, они незрелые в дарах, и поэтому все личное, что они принимают, они это воспринимают как публичное. Они это воспринимают, что это для всех, и в этом проблема. Я вам докажу сейчас. Потому что ты получаешь, и это идет, и это идет, и это я видел, и это я слышал, и это я получаю, и прямо сейчас я получаю. И в течение собрания я получил 20 видений. Смотрите, это все в большинстве случаев дано тебе для подготовки тебя к публичному служению, но это не является сейчас материалом для публичного служения. Почему? Потому что Бог имеет первую цель общаться с тобой лицом к лицу, сердцем к сердцу, но не через группу посредников. Потому что чем будет больше эта группа посредников, тем Богу будет сложнее тебя использовать, тем Богу будет сложнее на тебя рассчитывать, потому что когда не будет этой группы посредников, он не сможет до тебя достучаться. Или он будет стучать, ты не услышишь, не распознаешь его голос, потому что ты изучил голос посредников. И послушайте, я видел, какое разрушение принесло это вот непонимание, незрелость, вот это восприятие личного и публичного. Смотрите, что происходит. Вот незрелый человек, да, и откуда эта незрелость возникает? Из-за отсутствия зрелых наставников, из-за отсутствия духовных отцов, матерей, из-за отсутствия просто лидеров, кто они прошли этот путь, они были за этим бугром, они знают, что там, они могут подсказать тебе, вот здесь остановись, вот здесь иди. И люди очень часто этим пренебрегают, особенно новообращенные. И вообще это безопасность, быть под наставничеством духовных людей. И вот, друзья, смотрите, что происходит. Пришел человек, и он попадает в атмосферу даров, попадает в церковь, где не просто исповедуется один дар, говорение на языках, а особенно это актуально в церквях, где действует сила, где дары, они просто естественно проявляются. Ты хочешь и не хочешь, ты сидишь на собрании, Святой Дух действует, к тебе идут видения, откровения, говорятся какие-то слова, у тебя плывут целые строки откровений, которые, знаете, на втором, на третьем, на четвертом уровне глубины. И тебя просто распирает от всего этого. И тогда эти люди, что они делают? Они, не понимая, что это идет для их личного преобразования, для того, чтобы сформировать их характер для публичного служения. То есть это школа духа, которая послана Богом. Бог специально активирует эти дары в человеке, эти способности, чтобы его, знаете, почему в школу ходим? Ну, ходили в школу, да, кто ходил, кто ходит, почему? То есть мы научились там писать, читать, чему-то нас научили, что нам помогло. И есть такая самая школа у Бога. Мы проходим школу, и никто ее не избежит. Так вот, Бог запаковывает нас для публичного служения. Через личные вещи, запомните это. Это стержень, вокруг него все будет раскручиваться. И вот что делают незрелые люди, которые не умеют обращаться с духовными проявлениями, с духовными дарами, с духовными явлениями в их жизни.
а они это все начинают рассказывать другим. То есть они берут то, что Бог предназначал для них, перекладывают на плечи других. Бог давал задание им, они брали это задание, перекладывали на плечи других, и потом они не встречали правильной реакции. Они встречали реакцию вот такую, и встречают. И эти люди, они разочарованы, потому что община, она их не понимает. Они говорят, у меня тетради исписаны, я на этом служении, можно я скажу это пророчество? Я видел фонтаны, я видел после этой песни вот это, у меня стихи пошли, я после служения, вообще мне ангел пришел. И это, я не говорю, что такое не происходит, это вот именно что происходит. Извините, я тут плююсь. Святые слюни. Валера просит на него плеваться. Я уже там оплевал всех. Мне эта тема просто, она очень интересная. Знаете, она очень важная. На всех поплюю сейчас. Исцеление получите. Вот. Смотрите. И получается, человек, если он не имеет наставника духовного, но он исписывает тетради. Хорошо, давайте тест. Вспомните, давайте посмотрим в Библию, вот, в книгу Деяний. Да. А ну-ка вспомните, сколько... как много там описано откровений и видений, которых описано, что апостолы их получали. Называйте. Ну, я вам даю гарантию, здесь половина зала, у кого намного больше записано в тетрадях откровений, пророчеств, видений, сновидений. Потому что это нормально, это естественно, это не признак супердуховности. Это происходит с теми, с кем есть Дух Святой. Но почему это не было в служении апостолов? Почему они это на каждом шагу не говорили? Сейчас что-то происходит, сейчас что-то... Почему это лишь единицы, описания, что что-то там, какие-то объяснения духовные? Потому что это просто было естественно для них. И то, что Бог дает нам, это для нас. Скажите кому-то, в первую очередь, это для меня. Для того, чтобы приготовить меня к публичному служению. И смотри, какая беда происходит. И вот человек, он получает это все. Он рассказывает кому-то. Он подходит к пастору, к лидеру еще. У меня вот это, у меня вот это, у меня вот это. У меня каждое служение что-то есть. Какая реакция лидерства, пастора, всех остальных? Они говорят, извините, у нас тут своего такого добра в самих хватает. Но человек-то это не понимает. Он думает, мне-то Бог дает. Он думает, все-то молчат, а мне-то Бог дает. А Бог каждому дает, кто сидит здесь. Что, вам что, Бог не дает? Каждому. И вот человек смотрит, это не принимается, это никому не нужно, это не применяется по назначению, и он начинает ходить в унынии, что его дары, его способности никому не нужны. Еще раз говорю, это я вам путь прописываю человека, кто незрелый в дарах Духа, кого не наставили правильно. И вот он ходит в унынии, он ходит в разочаровании. И он не знает, что делать с тем, что он получает. Потому что он понимает это от Бога, не знает, что с этим делать. Но враг знает, что с делать с ним, с этим человеком, который не знает, что делать с этим. И враг начинает работать над этим человеком. И потом, когда только открывается любая новая церковь в городе, этот человек ведом врагом туда, потому что человек надеется, что там-то, ну там-то это нужно, наверное. Там-то, наверное, нормальные люди. И его ждет такой самый исход. И человек, к сожалению, он с одного места в другое место, с одного в другое, и он не может найти себе место. Это большая проблема, потому что в Библии написано вот что, я вам зачитаю один стих. 1 Коринфянам 12 глава 18 стих, но Бог каждому органу определил свое назначение в теле, как Он сам хотел. Друзья, это такая трагедия. Представьте, вот это человек, какая-то часть тела, которому Бог определил свое назначение в теле, как сам хотел. Например, вот путь христианина. Бог хотел, чтобы этот человек был здесь. Например. И не нашлось или здравых наставников, или человек не захотел иметь наставников.
И он варился в этом, потому что он не знал применения, куда это все применить. Он пошел сюда. Знаете, и где-то он понимает, он уже не может прилепиться. Где-то он понимает, уже ничего у него не получается. И он уже не поймет, где же то место, которое Бог определил ему, где во всей этой череде, где это место, где действительно его часть, где он будет на своем месте, правильный сустав в правильном месте, где будет течь сила, жизнь и Божье благословение. Вот что делает дьявол. То есть через незрелое использование, применение духовных всяких проявлений, даров, он просто людей отрывает с одной части в другое, с одной в другое. И там уже, знаете, этот человек, он уже не способен никуда прожиться, потому что он уже не знает, где это место, где Бог действительно его поместил, где это место. Он просто оторванный кусок. И вот так вот дьявол губит одарованных людей. Какое решение этому есть? То, что я вам говорю, если внимательно послушаете, это сбережет вам многие нервы, сбережет вас и поставит вас в публичное служение очень быстро. Все, что я принимаю, я всегда отношусь к этому вот как. Большинство, что я принимаю, это для личного использования. И когда Бог видит, что я корректен, если Он дает мне задание, я с ним справляюсь. Он дает мне еще одно задание, я справляюсь. Я не перекладываю задания на плечи других, то Он мне начинает доверять больше для публичного использования. Да, верным малым будет верным во многом. Поэтому вот главная мысль, вот главная тема, вот как вот это вот личное становится на самом деле для вас не трагедией, что это никому не надо. Это никому не надо, а благословением, ты понимаешь, Бог работает сейчас над твоим характером. Бог сейчас работает лично с тобой, ты имеешь привилегию. Он не просто тебе сейчас перекладывает это с одних плечей на другие. Он говорит, я с тобой, сынок, работаю. Да не спеши, я тебе готовлю к публичному служению, к настоящему публичному. Посмотри, разве ты не видишь? Ты берешь вот это, даешь туда, там говорят, нам это не надо. А почему это не надо? Потому что это не их, это было тебе предназначено. И вот это я для вас видел. Они говорят, ну нам это не наше. Почему это не ваше? Да потому что это было твое. И вот это я получил для вас. Почему вы это не берете? Потому что это тебе Бог дает, тебя Бог строит, тебя Бог готовит для большого служения. И это происходит естественно, когда мы квалифицированы, когда мы способны учиться, когда мы обучаемся его в школе, он нам доверяет больше и больше и больше. И это мудро, друзья, это мудро, когда Бог работает с нами, чтобы потом через нас работать с другими. И это было бы не мудро, это был бы не Бог, если бы, знаете, он сквозь нас бросил нас, а использовал бы нас просто как машинку для перегонки чего-то, ну там. Типа мы там как живем, так и живем, хоть в ад можно идти. Главное, чтобы через нас дар продействовал. Так Бог так не действует. Это только может сумасшедший человек так подумать. Я расскажу в заключение одну маленькую историю. Очень поучительная история. И она иллюстрирует то, что я вам рассказываю. Это история про мудрого и глупого работника. В одного человека был большой виноградник. И он все хороший был. Владелец, хорошо шли дела. И вот он однажды наблюдал за работниками, как они работают, и увидел одного юношу, который очень хорошо работал, он старался. И владелец виноградника позвал его и говорит, я хочу тебе кое-что предложить. Я могу тебя научить всему этому делу и открыть тебе разные секреты. Но у меня есть к тебе одно условие. Тебе нужно будет исполнять все, что я тебе скажу. Юноша говорит, конечно, я согласен. И тогда юноша получил задание. Нужно было кое-что сделать. И он сделал, и справился хорошо. На следующее утро, когда он пришел,
виноградник. Владелец виноградника сказал ему: вот тебе еще одно задание. Он его сделал и справился, все было отлично. На третий день владелец виноградника вызвал юношу и говорит: я уезжаю на целый месяц в дальнюю страну, у меня будет длительная поездка, и я тебе хочу дать объем работы, который тебе нужно будет сделать. Он: хорошо, я все сделаю. И когда владелец виноградника раздал все дела, он уехал. Через несколько дней юноша подумал и вот что решил: почему я буду делать всю работу сам, если я могу взять себе помощь кого-то, если я могу взять себе помощника? И он высмотрел виноградники хорошего, работоспособного, ну, еще одного юношу, который хорошо тоже трудился, добросовестный был. И он подошел к нему и говорит: есть работа, которую владелец виноградника поручил сделать, и ты можешь ее сделать, и за это будет вознаграждение. Он сказал: с радостью, если владелец дал какую-то работу, я ее с радостью сделаю. Он говорит: и не переживай, тебе за это заплатят. И этот второй юноша, он взялся за работу, а этот наблюдал, чтобы тот все сделал хорошо. И по истечении месяца приехал руководитель виноградника, точнее владелец виноградника, и он посмотрел, проверил, работа была сделана на отлично. И он позвал этого юноша и говорит: сделано отлично все. Ты сам это делал или тебе кто-то помогал? И он честно ответил: знаете, я подумал, что можно нанять человека, который тоже хорошо справляется, и я вот нанял другого человека, и он все сделал. Я его не обманул. Я ему пообещал, что та оплата, которая мне предназначалась, я отдам ему. Тогда этот владелец виноградника сказал: позови мне этого юношу, который сделал работу. Он привел его. И тогда владелец виноградника сказал первому юноше, которому поручил эту работу: я тебе дал всю эту работу для того, чтобы приготовить тебя к управлению всеми моими виноградниками. И парень сказал: так я справился. И он повернулся ко второму юноше и сказал: ты больше не наемный работник, ты управляющий. И тогда первый юноша говорит: а как со мной, а мне что делать? И руководитель сказал, владелец виноградника сказал: теперь мой новый управляющий будет решать, что тебе делать. Друзья, давайте встанем на наши ноги. Я хочу, чтобы мы совершили молитву о том, чтобы мы правильно использовали то, что Бог нам сейчас дает. Потому что Он не просто нас нагружает чем-то, Он готовит нас к чему-то большему. Вот это время приготовления, это не просто ради каких-то маленьких целей. Вот это время, оно будет определяющим, будем ли мы наемным работником, или Бог нам даст что-то большее. Личные вещи, которые вы получаете, в большинстве случаев, воспринимайте их, что это Бог говорит с вами, Бог работает с вами, Бог хочет вас приготовить к большему. Не спешите. Не спешите, знаете, все расплескивать, все во всем видеть только, что это для всех, это публичное. Вот прислушайтесь просто мудрого совета. Оно так хочется показать себя. Оно так хочется, потому что у тебя целая коробочка всего. Так хочется всем, всему миру показать, как много Бог мне дает. Но на самом деле Бог говорит: это было для тебя.
И когда я увижу, что ты послушен моему слову, что ты проходишь это обучение, сдаешь эти экзамены, то не переживай, я тебя поставлю над ноги. То не переживай, ты будешь говорить перед сотнями и тысячами. Но я должен убедиться, что тебе можно доверить публичное служение перед тысячами. И мы можем говорить: я готов. Ты видишь, Господь, я готов, я справился. Но есть факт. Кто-то мы смотрим, кто был справа от нас или слева, смотрим, они выходят в публичное служение. А мы задаем себе вопрос: а почему мы до сих пор в личном служении? Почему Бог кому-то, смотришь, он пришел позже тебя, но он уже собирает большие аудитории, Бог дает ему власть говорить в жизнь этих людей. Бог, это может касаться и бизнеса, друзья. Смотришь, Бог поднял человека, поднял, и он пошел, думаешь: а почему я стою? А почему я? Я же одарованный. Да у меня есть списанные тетради. Да у меня самые, что на ней есть, точные пророчества. Да я могу вам всем сейчас почитать, да дайте мне только рассказать всем. А ты смотришь, а никто не хочет слушать. А ты смотришь, какая-то стена. И ты думаешь: а, тут против меня. И тот против меня. Давай я тебе расскажу. И ты против меня. Да нет. Да просто Бог говорит, что это для тебя. Используй это для тебя. Я хочу помолиться вот о чем. Чтобы мы прошли эту школу обучения и сдали экзамен на отлично. Чтобы все, что мы получили и получаем от Бога, мы применили в своей жизни. И не путали. Если он что-то говорит кому-то, да, говорить кому-то, конечно же. Но все остальное, что он дает нам, чтобы мы применили себе, потому что без этого не будет публичного служения. Это и есть тот обучающий процесс, который Бог запланировал в вашей жизни. Давайте закроем наши глаза, хочу помолиться. Я не знаю, все ли вы понимаете, о чем я говорю, но в всяком случае вы поразмышляйте над тем, что я говорю. Потому что я мог говорить сейчас на другую тему. Но я почему-то говорил на эту тему. И причина этому, потому что я вижу более быстрее путь к успеху, к публичному служению. И кто-то может сказать: а мне вообще не нужно публичное служение. Я объясню, что такое публичное служение. Это не стоять с микрофоном. Есть личное и публичное. Публичное – это когда Бог дает власть твоим устам, власть твоим действиям, открывает перед тобой двери для того, чтобы служить многим людям, и твое служение было принято и признано. Потому что можно самому себе назначить публичное служение, сесть в интернет, открыть какую-то страничку, там напихать своих откровений и сказать: я служу всему миру. Если ты не признан всем миром, то это не является служением всему миру. Если ты не признан, и поэтому публичное – это когда Бог открывает перед тобой двери и дает благодать людям слушать тебя и принимать от тебя. И Бог дает силу твои уста воздействовать на жизнь этих людей в хорошем смысле. Господь, я прошу Тебя о том, чтобы Ты научил нас разделять, где наше, а где публичное, где личное, где публичное. Я молюсь о тех людях, кто они вообще новенькие в этом, кто еще не зрелые в этом. Я прошу об этих людях, чтобы они не совершили тех ошибок, которые совершили многие, когда они думали, что это для всех, а это не нужно было всем, и теперь они неизвестно где. Они просто где-то, и неизвестно где. И большой вопрос: в теле Христа они вообще. Господь, сохрани их от этих ошибок, но чтобы они это употребляли для себя. И также молюсь о тех, которые зрелые, которые уже понимают, чтобы четко отделять: это мое, а это для других. Давайте, если вам не сложно, скажем такую молитву простую. Не бойтесь, это очень полезная молитва. Господь, я хочу говорить только Твое Слово. Я хочу выдавать только то, что Ты сказал мне выдавать.
Я хочу пользоваться Твоими дарами правильно, не нарушая никаких границ. И веди меня в этом правильном направлении. Я прошу Тебя об этом сегодня во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Вы можете присаживаться. Я хочу сделать пару объявлений. Завтра, в воскресенье, у нас будет клуб здоровья. Рекомендую вам, кто серьезно уже пришел к тому, что нужно заниматься здоровьем, приходите, отдыхайте на свежий воздух. У нас будет на Бориспольской, как всегда, на том же месте. Это будет завтра. Теперь, 7 августа, это будет воскресенье, у нас будет следующая конференция, называться она будет «Пробуждение сейчас». 7 августа, не перепутайте, это будет воскресенье. В субботу, если вы придете, здесь никого не будет. Так что воскресенье. Скажите кому-то, нужно проговорить, чтобы не забыть. Воскресенье. Воскресенье. Теперь я кое-что вам кратко скажу о том, как у нас действует молитва. У нас была встреча с Джоном Арнотом, и мы хорошо, плодотворно беседовали на разные темы. И вот меня волновал один вопрос. Я хочу вам озвучить, чтобы вы были в курсе и понимали, почему мы говорим так или иначе. В церкви Торонто Рапорт более 14 лет движется пробуждение, то есть произошло пробуждение, движется Святой Дух, и там принято возложение рук на людей. И за это очень много было высвобождено негативизма в адрес этой церкви, но более 5 миллионов человек побывали на этих служениях, преобразились, исцелились, освободились, начали новую жизнь, восстановились в церкви, то есть хорошие плоды. И вот мы взяли за основу их служение, и поэтому мы возлагаем руки на людей, мы молимся за людей и просим, чтобы это делали все. И вот один человек подошел ко мне и задал такой вопрос. Это было давно, еще год назад, но я думал об этом. Он сказал: «Пастор, вот у вас все возлагают руки на людей, вот вы сами это предлагаете людям. Ну а вдруг в ком-то есть демоны? А вдруг пришли какие-то колдуны? А вдруг вообще есть люди, которые по плоти это делают?» Что я ответил тогда этому человеку? Я ответил вот что. Это территория Бога, и здесь есть Божьи ангелы, и их больше, чем демонов, и Бог контролирует это вообще ход служения, потому что мы призываем здесь Его имя, и здесь все под Его контролем. Вот. И мы разошлись. Он не удовлетворился ответом. Мы разошлись, но я хотел у Джона спросить, у Джона Арнота, как он на это смотрит и что он скажет, потому что я всегда переспрашиваю у своих духовных наставников о тех вещах, которые они спорные, знаете. И вот, когда была пасторская встреча, я задал Джону такой вопрос. Джон, в зале могут присутствовать разные люди, могут быть неверующие, могут быть колдуны, могут там сатанисты прийти какие-то, могут быть крайне одержимые люди, могут быть очень духовные, зрелые, верующие. И вот у нас есть два варианта. Говорю, первый вариант, Иисус сказал, возлагайте руки на больных, они будут здоровы. То есть мы используем этот принцип, и мы призываем людей возлагать руки. Но мы не знаем на собрании, кто есть кто. И поэтому второй вариант, мы можем не делать этого, а оставить просто одну молитвенную команду, кто будет это делать, молиться за людей. Как правильно, Джон? Вот у вас огромный опыт. Побывало 4 миллиона человек в наших служениях. Он сказал, я за то решение и за тот способ, который вы выбрали, чтобы все молились. Единственное, он говорит, я расскажу одну историю. И это действительно история, которая
знаете, она для меня, ну, огромное откровение, которое я положил себе в копилку, в ларец. Вот что это за история. Официально пробуждение в Торонто началось в 2006 году. Но посещение Святого Духа в 1996, извиняюсь. Но посещение Святого Духа было за 12 лет до вот этого события. Еще за 12 лет до этого. И что-то произошло. Джон Арнотт и Кэрол Арнотт, они очень сильно искали Бога тогда. Они отдали свое утро Господу. До обеда они молились, поклонялись, читали Библию. И это было целый год. И в это время они искали очень сильно Божьего движения. Они ездили на служение помазанников, принимали от Бенни Хина, от Клаудио Фредзона и других людей Божьих. И вот это произошло. То есть произошел момент, когда на одном из собраний Джон призвал людей встать, призвал к молитве, и сила Святого Духа упала на людей. Это за 12 лет до пробуждения в Торонто, которое мы знаем. И все люди просто начали падать. Никто никого не толкал, не дотрагивался. Они просто были на полу от силы Божьей. Кто-то освобождался от демонов, кто-то исцелялся от болезней, у кого-то исцеление сердца было. И так далее, и так далее. Кто-то просто плакал, кто-то каялся в грехах. И это было очень мощно. И тогда он получил откровение от Святого Духа, что люди должны молиться о друг друге. И люди начали молиться. Он говорил: возлагайте руки, молитесь. И так они начали делать. Это продолжалось у них какое-то время, я не помню, кажется, неделю. Но вот что они начали замечать. Некоторые люди были действительно наполнены духом и были духовные, а некоторые люди, они это делали по плоти. Знаете, иногда людям хочется выглядеть духовными. Они притворяются, изображают, что на них Дух Святой. Они то, что вот я даже проповедовал, то, что даже для них приходит, они это говорят. Бог говорит, или Бог показал мне сейчас, или Бог изменит твою жизнь. То есть они то, что даже им приходит, они это выдают наверх, как для всех, для того, чтобы показать свою значимость. И он начал замечать, и его лидеры начали говорить: пастор, ну все хорошо, чудес полно, но вот эти странные люди, которые мы видим, они по плоти толкают кого-то, а они какой-то из ада прямо пророчествуют что-то темное такое в жизни людей. Пастор, прошло еще время, мы видим, приходят какие-то странные люди. Знаете, когда движение начинается, начинают странные люди приходить. Не только нормальные, но и странные. Потому что их тянет. И они говорят, какие-то странные люди начали приходить. Они не поймешь, молятся то ли они. Вообще, что они делают? Как будто бы колдуют. И Джона достали его же служителя, ну реально. И он однажды встал и сказал: все, ребята, с этого момента молиться будет только Кэрол и я. За всех. Будем линии делать. Все. И на следующее служение было впечатление, что Бог ушел в отпуск. То есть не было не то, что было на прошлом служении, а то, чего и раньше не было. То есть, и знаете, если вы духовные люди, вы можете сравнить это. И он говорит, это было настолько очевидно, реально пустота. Ни одно слово не падает. Ни одна проповедь не идет. Люди не молятся, люди сидят стеклянными глазами, то есть вообще церковь подменили. То есть очевидно, что-то духовно нарушено. Ему потребовалось 30 дней молитвы. Он постился и молился, чтобы Святой Дух открыл, в чем причина. И на 30-й день Святой Дух открыл ему: ты угасил меня, ты угасил мое действие. Он: я угасил твое действие, я остановил беспорядок. Что я должен был сделать? И Дух Святой сказал ему: тебе нужно было остановить тех людей, которые неправильно молились, а не запрещать всем молиться. И Джон осознал, он покаялся тогда. Но 12 лет в его церкви не было никакого движения Святого Духа, не было исцелений, не было, было просто все
обыденно и сухо. И поэтому, когда через 12 лет произошло движение, а он эти годы, он просто вопиял к Богу: «Господь, если ты снова изольешь Твой Дух, Твою силу, я никогда больше не угашу Его действия, я не буду вмешиваться своим человеческим умом и принимать какие-то глупые решения». Вот когда началось движение, появились какие-то люди, которые были странные, кто-то приехал на служение, загавкал у них. Один человек загавкал из 4 миллионов, и теперь до сих пор говорят, что это церковь, которая гавкает. Он говорит: да мы этого человека вообще не знаем, он появился у нас на служении, и все, и больше его не было. Кто-то закукарекал. Говорит: это церковь, которая кукарекает. Он говорит: один человек закукарекал на 4 миллиона. Говорит: когда у вас 4 миллиона пройдут через церковь людей, посмотрите, что там у вас будет. Там не только закукарекают, там все что угодно может быть. Потому что люди странные приезжают. Это же не их учение, не лидеры церкви, это просто приезжие гости. Помните, у нас когда была конференция? Сидим, началось служение, слышим в зале: «Воу-воу-воу-воу-воу». Кто тут собаку привел? А гавкают и гавкают. Я думаю, ну где группа порядка? Думаю, чуть-чуть собаку не найдут. А потом мне подошли уже кто-то, сказали: да кто там сестры сидят? Две сестры сидят, и там «воу». Одна там, как маленькая собачка, другая «воу-воу», как большая. Ну и знаете, и мы спокойненько подошли и говорим: сестрички, ну сейчас, а это спикер нас попросил, что спикер отвлекает, он уже конкретно сказал переводчику, то есть уберите этих собак. И мы подошли, говорим: потише, можете, ну все, сейчас слово, все, давайте подчинимся течению Духа, а не угашайте Дух Святой, вы угашаете Дух Святой. Потом мы опять попросили: пожалуйста, спикер просит, ну, есть время, когда все наполняются, очень корректно. Вы это от Духа Святого, угашаете Дух Святой. И потом я сказал: скажите, чтобы они меня уважают, а если пастор Лео скажет, тогда мы прекратим. Я говорю: скажите, пастор Лео запретил это. Все, они запретили это. О, они потом поехали в свою церковь, мы пастору сообщили об этом. Он: а, я знаю их, да, они такие странные. Так они принесли раскол потом в церковь свою. Вот, это не было действие Духа, просто они вот так вот, ну, то они уже подыгрывали. Ну, ладно, это отдельная история. Но сам смысл, вот, что потом уже, когда Джона сколько раз склоняли к тому, чтобы запретить, остановить, прекратить всякие духовные действия, он сказал: все. Ну, он не сказал через мой труп, но все это понимали. Потом, и из-за этого, знаете, вот столько уже лет, 24 года, там из движения, из конференции по всему миру распространилось это движение. И вот что я хотел сказать вам. Ответ Джона – это для нас большая находка, потому что наша церковь, мы практикуем дары. У нас не просто один дар говорения на языках, мы практикуем, мы хотим, чтобы вы молились. И мы сталкиваемся с вот этими вот действительно щепетильными вопросами. А если люди странные, что делать? Поэтому вот наше решение. Мы будем вас и дальше просить, потому что это правильно. У вас есть сила молиться о друг друге, возлагать руки. Мы будем это делать. Но мы изменили риторику. Вы обратили внимание, я уже последнее время говорю: если вы христианин, если вы верующий, то есть вы повернитесь и говорите. То есть этим я уже отсекаю тех людей, которые первый раз пришли. Ну, пришел какой-то действительно человек с улицы первый раз. Вот. Ему говорят: встаньте, возложите руки, молитесь. Все равно через него это сейчас не будет действовать, поэтому ему нечего и обижаться. Он себе будет сидеть и принимать. Поэтому мы говорим: если вы верующий, если вы христианин, если у вас есть Дух Святой, повернитесь, возложите свои руки. Слышали, я такое говорю? Вот. То есть это берега. Мы таким образом отсекли гостей, работников спецслужб, которые приходят к нам на служение. Мы вам передаем привет. Вот. Ну, мы не делаем ничего плохого, просто они приходят, чтобы посмотреть, чем мы здесь занимаемся. Вот. И если вы будете видеть, что действительно странные люди, у нас был такой же случай, один такой колдунчик пришел, и он там, у нас служение, он там сзади что-то, какие-то там шаманил, что-то, какие-то чары. Вот. Может, он не шаманил, может, у него что-то психика, я не знаю, но мы его попросили не делать это на служение и уйти. Вот. И он был недоволен. А один еще смешно было, да? Приехал с другой области, и в начале служения подошел священник: у меня есть послание для народа. Я говорю: слава Богу, хорошо, но у нас тут тоже есть регламент свой. Как это? Я приехал сдалека, говорю, чтобы сказать послание. А он вообще,
То есть он, я не знаю, какая там вообще, там даже не деноминация, там, я не знаю вообще, это какое-то, ну, какое-то оккультное направление, наверное. Потому что он называл, как он называл меня? Не, он как-то меня называл, помните, настоятель, да, назвал настоятель, вот Аня, может, помнит, настоятель. И потом, когда в перерыве я все-таки не дал ему слова, кто-то вспомнил, был на служении, вставал такой с бородой здесь человек, и он в перерыве подошел ко мне и говорит: ты воспрепятствовал действию Бога, я привез слово. Я говорю: ну извините, мы просто не можем неизвестным людям давать слово. Он говорит: все, теперь Бог, и начал проклятие высвобождать, он вас покарает, он, то есть вы проклятие на всех здесь не взыскали. И все стало понятно, какого он духа. Я ему прям лицо начал говорить: я разрушаю это прямо сейчас, я связываю тебя, всякий демон. Он демон, это не демон, это Дух Святой говорит. Я говорю: демоны тебе связывают, говорит, запрещаю тебе говорить. Вот. Вот такие есть ситуации. Таким образом, если вы заметите странных людей, и все у нас, кто постоянные люди, потому что у нас есть гости, и мы очень ценим постоянных людей, то, что мы на вас можем положиться как-то. Мы о вас думаем и планируем с вами строить не только эту церковь, еще много церквей. И просьба большая, обращайте внимание, просто если странные люди, то мы просто будем говорить: извините, принимайте. Но если это наши люди, мы знаем, мы будем молиться, будем возлагать руки. Хорошо? Вот такая история интересная, которая произошла в служении Джона Арнота. И это то, что мы говорим, и то, что мы будем делать. Еще. У нас есть хорошая традиция молиться о тех людях, которые к нам приехали издалека. Потому что кто-то и рядом живет, не приходит, а кто-то едет сдалека, и они едут, чтобы принять. И Бог таки передает, и это работает. И я знаю, что у нас сегодня есть кто-то, кто дальше, чем с Киева, и мы хотим помолиться о вас. Но вначале я расскажу вам свидетельство. Я не был в прошлый раз на служении, потому что я сидел дома и смотрел футбол. Вот. Не-не-не, я был на служении, я был в Черноморске, было очень хорошее служение, и я хочу просто поблагодарить вас, кто молился, кто поддерживал. У нас было 2 дня конференции и 2 дня служения исцеления. Я очередной раз увидел, что инструменты, которые у нас есть, они очень хорошие. Это я специально вам рассказываю, перед тем, как буду молиться о тех людях, кто к нам приехал сдалека. Потому что это хорошие инструменты. Берите их, они работают, и они зарекомендовали себя очень хорошо. Половина людей, кто были на конференции, получили исцеление. И были хорошие исцеления. Много людей свидетельствовали, что у кого глаукома, начали видеть. Вот, или полностью, или частично произошло исцеление, катаракта, глаукома. Был мальчик с ДЦП, который ему уже 7 или 8 лет, и он за все это время, он был, у него, знаете, вот он был как деревянный такой вот. У него все мышцы были сжаты, он постоянно, они были вот в таком состоянии, он в судорогах и конвульсиях засыпал, и нормально не мог заснуть. Он просыпался постоянно, это большая трагедия. И после молитвы ребенок расслабился, его мышцы пришли в норму, и родители сказали: он нормально заснул, нормально спал, поэтому мы будем верить, что там пошел процесс, и там с ребенком уже будет все нормально. Вот. Также на служении привели людей, где-то 5 или 6 человек были с палочками, и одна женщина была парализованная. Ну, она, точнее, не парализованная, она на коляске инвалидной привезли ее, она вообще никак не двигалась и просто была как холодец. И вот все эти люди, все 5 людей, которые были с палочками, начали ходить без палочек, танцевали, бабульки там, Господь исцелил их. Вот, а с этой женщиной произошло что-то интересное на служении. Она за 2 недели до этого испытывала клиническую смерть. И она уже умирала, ее еле возвратили обратно. Но она уже старенькая, у нее уже... И она старенькая, и...
уже никакой силы нету. И она лежала. И знаете, мы за нее помолились. Она села, нормально все. А потом, когда у нас было свидетельство, она умирает на служении. Я думаю, что за суета началась в этой части зала. А ее привезли родственники, и они реально, у нее остановилось сердце, и все. И тут свидетельства идут, люди рассказывают, Бог нас исцеляет, Бог такие вещи совершает. С позвонками, с суставами. И женщина умерла. И они там начали кричать, начали ее поднимать к жизни, начали ее воскрешать. И прошло какое-то время, там 5-10 минут, 15, я не знаю сколько. И потом они, пришли, говорят, нам надо засвидетельствовать. Говорят, только что человек умер. Вот. И родственники говорят, то есть мы знаем, это наш родственник, она реально умерла. И слава Господу, мы это восприняли, что дьявол просто, он хотел рекламу себе сделать. Вот. Но она получила, то есть когда она ожила, то есть у нее снова появился пульс, сердце начало биться, и она получила освобождение. И мы получили откровение, что это ушел дух страха, потому что мы запретили духу страха уйти. И после этого она мне так хорошо стала. То есть она вообще лежала еле-еле, а так она села, ложитесь. Не, говорит, я себя прекрасно чувствую, не хочу никуда ложиться. Вот. Будем ожидать, что там пройдет дальше процесс. Но я имею в виду, что будьте готовы, разные сюрпризы могут быть на служении, но да, нам нужно молиться всегда и все. Так что хорошее было время. И еще раз говорю, я видел, как эти инструменты эффективно действуют в разных местах, в разных странах, где мы были. Поэтому если вы приехали издалека, кто у нас здесь издалека приехал, мы хотим у вас, кто не посещает просто нас, но кто издалека, выйдите вперед. Если вы верите, что вы можете принять что-то большее после этой молитвы, мы хотим вам передать, хотим помолиться, чтобы вы повезли в свой город, в свою деревню, в свою страну, я не знаю, откуда вы, но мы хотим помолиться, чтобы вы повезли эту силу. Давайте ставим наши ноги. Мы заметили, эта сила передается. И Бог поднимает сейчас в церкви веры и силы. Бог поднимает церкви с другим ДНК. Ему нужно в каждом городе церковь, куда люди бы знали, можно привести больных на любое служение. И там не будет условий. Там просто их освободят, их исцелят. Там не будет много условий для чего-то. Там просто им будут служить и не отпустят их, пока те не будут здоровы. Откуда вы? Можно услышать? Ну, слова скажите, откуда просто? С Грузии. С Грузии? О. Пусть в Грузии будет много чудес, много исцелений. С Германии. О! Вы герои. О, хорошая футболочка. Мне очень похожая футболочка есть. Ага. Да, это от тебя Джошуа. Да. Николаевская область. Николаевская. Николаевская область. О, это был недалеко. Из Донецка, я живу в Днепропетровске сейчас. Отлично. Земляки. Днепр. Днепр. Франция. Франция. Ливан, Арабская Республика. О! Ну, мы с Макеевки, но в Днепропетровске живем. Да, я учился в Макеевке 4 года. Помню хорошо Макеевку. Харциз, Буэрки сейчас. Друзья, слава Господу за вас. Знаете, жаждущие они получат. Мы не знаем, как вы попали к нам. Случайно, проездом или специально. Но вот что мы видели. Люди, которые принимают молитву, когда они уезжали домой, что-то невероятное начало происходить с ними. Я попрошу наших служителей, кто у нас имеет бейджики. Вот, давайте окружим. И вы не против, чтобы мы возложили на вас руки, дотронулись до вас и высвободили силу? Вы тоже? Я свинец. Отлично.
Ну, у нас есть кто-то сегодня? А, у тебя бейджика нету. Ну, нормально, это они просто запрятали бейджики. Господь, давайте все протянем наши руки и высвободим. Друзья, потому что что имеем, то и даем, правда? Мы уже видели очень много свидетельств. Тысячи. Тысячи людей остались живые. Тысячи людей сейчас свободны. Тысячи людей сейчас высвобождены в служение. Мы вас благословляем во имя Иисуса. Господь, мы высвобождаем это помазание, ускорение. Мы высвобождаем эту силу. Мы высвобождаем в жизнь этих сестер и братьев. Мы высвобождаем силу. Мы вас высвобождаем для большего. И пусть произойдет чудо, когда вы... Да, выходите, ребята, кто с бейджиками, выходите, молитесь. Пусть произойдет чудо, когда вы приедете, пусть сила высвободится. Мы просим о смелости для вас. Мы просим о необычной смелости. О том, чтобы вы просто были, ну, очень смелыми. Мы просим это дерзновение. Мы просим для вас. И то, что мы приняли из пробуждения из Торонто, то, что мы приняли от пророка Тебе Джошуа, от Даррела Стота, от Лорена Сэмфорда и других людей Божьих, от Бенни Хина, мы высвобождаем вашу жизнь, потому что это достояние Его Церкви. Пусть эти способности, эта сила, она пусть придет в вашу жизнь, пусть она высвободится там, где вы живете. И мы верим в передачу. Мы верим в передачу. Друзья, я верю в передачу. Мы верим в передачу. Примите и будьте благословением Отца там, где вы есть. Мы не имеем ничего общего, не говорим, что вы там должны наши ценности распространять. Нет. Просто благословение Отца – это что-то большее. Это не церковь. Благословение Отца – это стиль жизни. Быть благословением Отца. Будьте Его благословением там, где вы есть. Благословляем, Господь. Францию, Восток, Германию благословляем, Грузию благословляем, Украину, Россию благословляем. Пусть поднимаются церкви веры и силы. Господь, захвати их здесь серьезно. Пусть поднимаются церкви веры и силы, церкви пробуждения. Пусть поднимаются эти церкви, которые бы ты мог приводить людей, всех больных, всех заблудших, всех пострадавших, всех несвободных. Мы молимся о вас, чтобы вы соединились с правильными людьми. Всегда есть правильные люди. Люди с одним духом. Мы молимся, чтобы вы соединились с правильными людьми. Во имя Иисуса мы вас благословляем, чтобы произошло это присоединение, чтобы вы нашли друг друга, и вы соединились в такие сильные команды веры, через которых бы действовала Божья сила. Мы вас благословляем. Неважно, есть ли в вашем городе движение или нету, станьте этими людьми, кто принесет это движение. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. И вас благословляет сейчас весь зал, все люди вас благословляют. И мы вас благословляем, и мы говорим: переход. 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 На новый уровень веры. Переход. 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 Переход на новый уровень веры. Пусть это происходит. Пусть это происходит. Пусть это происходит. Я вам докажу, что это передается. Я помню, помолились за одного пастыря. И он ничего не почувствовал. Но он принял. Если вы принимаете, то
просто внутри соглашаетесь, что вы принимаете. Он говорит, я приехал, собрал своих лидеров, перед ним стало где-то 60 человек, и он просто протянул свою руку к ним. Он даже не молился о них, он просто протянул руку, они все упали на пол от силы Божьей. Он говорит, я был в шоке. Говорит, я не чувствовал ничего, чтобы ко мне приходило, но когда я приехал домой, поднял руку, они все упали на пол. Другой пастор после молитвы, он сказал, мы собрались на собрание. И говорит, открылся мой рот, и я начал высвобождать дары, знания о болезнях, об исцелениях, об освобождениях. Это все было в десятку, все было точно, 100%. Это продолжалось на протяжении 2 часов. Собрание, не могли закончить собрание, потому что так много Бог действовал. Принимайте, 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 принимайте. Принимайте, принимайте. Что имеем, то даем. Серебра и золота нет у нас. Но примите дар веры. Примите дерзновение. А кто здесь есть еще, за кого мы не молились такой молитвой, кому мы не высвобождали дар веры? Не высвобождали. Мы можем о вас тоже помолиться. Тогда встаньте просто вот сюда в линию. Это те, о ком мы, кто не принимал такую молитву. Чтобы нам было удобно ходить, хорошо? Вот. Наши гости, мы вас благословляем. Теперь, когда вы приедете домой, большая просьба. Найдите самых больных людей и начинайте. Начинайте молиться. Начинайте, и вы увидите, как по ступенькам, по возрастающей начнется прогресс. Я вас уверяю, вы увидите. Главное, начните это. Все те лидеры, за которых вы молились, которые поехали, начали это делать, они нам или позвонили, или написали, или возвратили, сказали. Это просто потрясающе, это начало работать. Господь, мы возлагаем наши руки и говорим, мы высвобождаем веру, радикальную веру. Во имя Иисуса, извиняюсь, во имя Иисуса. Мы освобождаем вас на новые уровни. Только стойте. Мы освобождаем вас на новые уровни в вере. Вам нужно стоять. Мы освобождаем вас для большего, люди Божьи. Добро пожаловать в команду сверхъестественного, в это удивительное путешествие. Переход. Переход на новый уровень веры. Переход. Что имеем, то и даем. Переход. Переход. Переход на новый уровень. Так, ну я думаю, мы тут за многих молились. Ну вы молодцы. Принимайте. Переход, переход, переход. Тот, кто жаждет, тот получит. Переход. Больше, Господь. Мы высвобождаем силу. Силу. Активируем вас.
те дары, которые есть, и примите дар веры. Примите. И мы говорим: переход, переход, переход. Переход, переход, переход. Пусть при этом мазание ускорения для перехода. Переходите быстро, переходите быстро с той позиции, где вы были, на другую позицию. Переходите быстрее, переходите, переходите. Переходите, переходите, переход, 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 переход. Теперь послушайте очень внимательно. А еще я хочу сказать что-то очень важное. Господь, еще буквально 3 минуты мы сейчас домолимся и потом пойдем на перерыв, но я хочу еще что-то сказать важное. Принимайте, принимайте. Принимайте, принимайте, принимайте. Принимайте. Больше, Господь. Я верю. Я верю. Я верю. Теперь послушайте внимательно. Если за вас молятся, принимайте. Достаточно слышать голос. Господь показывает нам, ну мы тоже духовные люди, тоже что-то видим, слышим, да, и это нормально. Вот что Господь показывает, что просто очень скоро, и все это чувствуют, все это знают, ну Он очередной раз это показывает, очень скоро. Количество больных людей просто очень сильно умножится. Это просто будут целые эпидемии. Не говоря уже о всех тех явлениях природных, которые грядут, о всех тех проблемах с погодой, со всем. И Бог готовит сейчас церкви, куда Он сможет приводить людей, которые спасаются от этих бедствий. И конечно, он будет проводить в церковь, но люди, которые будут искать исцеление, освобождение, они будут искать церковь, где есть исцеление, освобождение, а не где есть обещание. И мы никого не хотим обидеть этим. Это просто вызов для церкви. То, что наш служитель Валерий говорил, это правда. Первая церковь для нас – эталон. Мы должны возвращаться к ней. Помните, со всех городов, Иерусалим, в Иерусалимскую церковь проносили больных, одержимых людей, и все они исцелялись. То есть вот это правильно. Эта церковь, какой она должна быть? У нее должен быть такой статус и такое имя. Не просто это самая большая церковь в городе, или самая богатая, или самая известная, или в ней есть великие политики, или нет. Чтобы о церкви говорили, туда мы можем проносить всех больных и одержимых людей, и все они исцелятся. Вот такое должно быть лицо церкви, и о ней должны вот так говорить. Это то, чему мы посвятим последующие годы.
Господь показывает нам, что будут серьезные, и все это знают, но показывает, что готовьтесь. Не просто думайте о том, что грядут серьезные катаклизмы. Нет, готовьте ясли, готовьте место для людей, кого Бог будет приводить к вам. Потому что если бы в первой церкви, в Иерусалимской церкви, не было бы исцеления, освобождения, куда бы Бог приводил к ним людей? Если бы там не было чудес, что от тени Петра люди исцелялись и так далее, то куда бы Бог приводил людей? Богу нужны такие места в каждом городе, где безусловно принесли бы человека и без всяких сложностей его освободили и помогли ему исцелиться. И к чему все это говорю? Мы будем двигаться в это направление, друзья. Мы будем менять структуру служения, будем менять что-то, будем все, что нужно, менять все, что Бог скажет, чтобы мы были такой церковью. И чтобы это была не одна церковь, иначе это будет очень плохо. Это мишень для дьявола, одна церковь такая. Вот, чтобы их было много. И есть церкви, которые уже согласились к нам присоединиться и распространять это дальше. И мы с сентября начнем просто, ну, объединять все церкви в Украине, в других странах, которые вот, они вот такие. Они говорят, вот это сверхъестественное исцеление, вера, чудеса, вот это наше все, мы другого не видим. Мы хотим с ними объединиться и как одно большое содружество поддерживать друг друга. Благословлять друг друга, служить друг другу. Поэтому слава Господу, что Он нас готовит не просто к плохим вещам, а Он нас готовит как быть ответом в плохие времена для многих людей. И давайте скажем: Господь, я буду этим ответом. У меня есть что дать этому миру. Иисус, который во мне, Его достаточно. Поэтому спасибо Тебе. Господь, я молюсь об этом, то, что я говорил. Я верю, что Ты вкладываешь в наше сердце. Господь, пусть поднимется много церквей, веры и силы. И мы не говорим просто о каком-то союзе, деноминации. Нет, мы говорим просто о дружбе, о многих церквях, которые будут нацелены на эффективную помощь людям и будут являться этой помощью. Во имя Иисуса Христа. Пусть это произойдет. И мы эта церковь, Господь, и мы говорим «Да Тебе», и мы эти люди, и мы говорим «Да Тебе, возьми нас и используй нас». Аминь. Давайте дадим Господу славу.